по полю, промчимся на байке, там, где солнце рождает зарю, с красной надписью «Вело» на майке. Я люблю тебя, Вело, люблю. В тишине выйду с великом в поле, там, где слышен мне гравия звук. Я свободен, как ветер на море. Не печалься, железный мой друг. Ой-я-я-я. Не прожить мне без байка и Вело. Вело мир — это мир без войны. Путешествуйте, велеры, смело по просторам любимой страны. Горожане, призываю вас на часок отвинуть от мониторов и компьютеров и телевизоров и взять в руки грабли мелкие и выйти на уборку своих дворов. И кто конкретно ездит на велике, да, как вы его называете, и занимается спортом, показывает всем, что больше и больше, чаще и чаще нужно использовать экологический вид транспорта. Здоровый образ жизни – это самое лучшее, вклад в экологию и в наше здоровье. Вам вот это благодарственное письмо, то есть за тот патриотизм и ту вашу индивидуальность неповторимую, да, которую вы проявили. И поблагодарить всех участников, которые сегодня пришли сюда. Мы отдаляем полет на Марс, потому что наша планета скоро будет чистая. Давайте сюда. Уважаемые друзья, на самом деле здесь сказали много почему-то про меня. На самом деле я ничего здесь не решаю. Дело в том, что огромное спасибо всем ребятам, всем девчатам, всем малышам, дедушкам, бабушкам, потому что у нас есть очень взрослые люди, очень молодые, которые подключаются к нашему такому неформальному движению и постоянно участвуют в нашем каком-то таком кипише. Не знаю, как назвать еще наше движение, но кроме того, как очень сборище энтузиастов, которое занимается какими-то небывалыми всякими делами, там прыжки, трюки и все остальное. Большое спасибо экологическому фонду, который подключил нас к этой акции, потому что вот в таких мероприятиях мы согласны, ну, постоянно участвовать, и как бы найдутся очень много желающих. Ну и, в общем, благое дело, спасибо всем. Вы в политику собираетесь, Сергей? Я уже был там, меня выгнали.